Сапроты пейте, нахуй. Берите с банка сапроты, пейте, блядь. Заебали. Да я буду. Все, это, хилы все хуярьте, блядь. Все РДД, все локи, блядь, хуярьте сапрот, блядь. По вам хуярит это параша. Ну, извините, блядь. Ну, я не могу уже как сказать еще, блядь. Хуярьте сапрот. Похую на ваше СПД. Все, вы сейчас пьете сапрот. Ваша задача, блядь, ебучая одна здесь выжить. Он и на синдре нужен, и на лече, на заражение, и в гере, все это надо будет. Сапрот, блядь, все пьем. Пить, сапрот могут не пить, ну, может ДКшник не пить. Рога тоже пей нахуй сапрот. Пейте все, короче, блядь, все хуярьте сапроты, блядь. Берите, доставайте, расчехляйте, пусть знает. Потому что это пиздец, это очень тяжело прохиливать. Вы вздыхаете с одной тычки, нахуй. Ну, пакт, 2 секунды лишние постояли, все, у вас пол хп нету. Хилы охуевают, блядь, сейчас хп взгляну. Вот. Так что ну, вот так. А аниманик при чем? То, что он умер. Если его упасили, ему урон нанесли. Блядь, не сагри Вальку. Ну кто это, блядь? Это осторожно, нахуй. Не двигайтесь. Рыбу сели, понятно. Ставьте шкаф там, суммоните. Мы тут стоим в начале, блядь. Я в центре комнаты стою. Где портал ключа. Портал ключа. Вы тут урон? Чё говоришь? Урон от тьмы. Вот нахуй вы агрите Вальку, блядь. Ладно, побежали. Она вроде должна и выйдется, да? Пошли. Алло, блядь. Пизды. Ну, в смысле? Нихуя он далеко появился. Короче, я не знаю, нахуй. Ну, если она типа не эвейдится, то будете хуярить сейчас ее, блядь. Тебе эвейдится, духи не эвейдится так. Но она должна, да, вроде как эвейдится, когда сюда забегаешь наверх. Копии воинов, которые появляются, вот они не пропадают. А, ну копию, значит, приведем сейчас, челики побьют. Хули, ДПС потестит. Ебать, тут моб нахуй бежит просто, ебать. На водикона его хуяк. Ну, пешкой, блядь. С третьей там моб бежит, короче, 300 тысяч раз. А, он исчез, нахуй, прикинь. У него таймер, походу, какой-то жизни есть. Может, минута. Короче, перепили сапроты, блядь. Ну, я на вас надеюсь, потому что, блядь, ну, так вы стопудово будете жить. Там будет меньше получать урона вы будете, но сейчас скажу, где-то, ну, на 15% точно. Это большая цифра. То есть, считай, получите не 10 тысяч, а 8,5, там, 7, блядь. Где-то так. А, еще добавим паладины, блядь, давайте так. На взлетку Татапсина мастер-аур на тьму поставишь. На первой взлетке будешь мастер-аур на тьму именно на вихрь прожимать. А потом отдашь убийце мастер-аур, и убийце отдашь на вторую взлетку мастер-аур на тьму. Это увеличит еще сопротивление тьме на 130. И еще лучше будете жить, блядь. Ну, по-другому никак, блядь. Пикси уступи ауру во тьму. 300 баф. Сейчас присумоним челика. Бафнем. То будете по 100 раз бафать. Все, баф. Дайте мне банку на АП, плиз. Блять, осторожно, не сагрите босса, сука, так близко подходите, пиздец, нихуя не боитесь, блять. Сагрите, мы же выпанемся, блять. Чек на пул принимайте, готовность быстрее. Баф, я сначала, блять. Так, все готовы, написано. На счет 3 запускаю, раз, два, три. Быстро двигался, на ходу масло себе обнови. Ты дашь себе сам сейчас? Или дать тебе? Давай. Да. Бежали. Сейчас хилы похилите, скажете, как проще стало, нет? Должно проще быть. Блять. С укусами залупу никакую не делайте там, если не получается, если челик тени несет, укусите любого, блять, РДДшника. Не превращайтесь в вампира, блять. И на взлетке укусы хилы больше всего хотайте. Прожимайтесь там, не знаю, рейндж держите более внимательно. Вот хейки не уроните, он, сука, единственный укус.
Верну. Булка. Что там тени сколько? 2 секунды. Ой, не тени, блять, эфир. Лена. Эфир 30 секунд. А, ну на следующий. Вот на следующий тени, смотрите, внимание. Мне ему дать на первый взлет? Да, ты на первую, остальные 2 приста на вторую дают. Чтоб больше шансов было засейвить людей с укусами. Готовимся, тени, смотрим внимательно. По стеночке красиво. Блодыкс. Может глыбу ебануть. Так. Сейчас будет моя незыбка. Готовимся. На фул хп всех прохиливаем, стараемся. Ну вот. Пиздец. Блять, просто нет слов. Ложитесь нахуй сразу. Сразу диван давайте. Как, блять, почему, нахуй, я не знаю, нахуй. Хейки, как так? Пир, его в огонь закинул. Открой, а. Посмотри, как так. Пир в огонь закинул? Да. Ладно, сейчас будем учиться фир не ловить. Ты приста китайте же на себя. Фир, у нас 2 укуса, у нас они не профириваются. У нас 3 приста и ни одного маздиспел. Ни одного, у меня ни одного нет. Я даю один маздиспел. Во-первых, оно мясует, во-вторых, я после этого почти сразу начинаю считать дым. Так поэтому и ШП должен давать маздиспел, потому что у него меткость. Это есть какая-то вставалка у шамана Акис или кто-то там, встаньте? Лекон. А вон жесть, бегаешь. Один. Он ресы. Подождите, маздиспел... Когда человека, в смысле союзника, когда диспелите, он промазывает? Да. Да, промазывает. Вот это я не знаю. Не поэтому... знаю, у кого как, у ДЦ оно мясует. Поэтому всегда ШП кидают на диспелит. Последние месяцы я знаю, 3, я знаю, то, что на цель кидают. На вражескую цель тогда кидают. Короче, но смотрите. Союзник, к сожалению, тоже. Короче, не всегда так было, но недавно началось. Короче, блять, рассказываю гайд, блять. Тех, кто фиряется в луже, те, у кого не доходит диспел, блядь. Смотрим, вот в центре есть комнаты, такая точка. Называется центр комнаты, блядь, вот здесь. Здесь летает босс. Чтобы не убежать в лужу, подбегите к этой точке поближе, а желательно встаньте в нее. И тогда, когда босс даст мастфир, вам до лужи будет далеко бежать. И вы не успеете из звезды до нее добежать. Даже вот смотрите, я бегу. Раз, два, три. Фир кончился. Фир 3 секунды. Сложно. Сбегитесь, чтобы не сдохнуть от фира и в луже в фире в звездочку. И когда босс фернет, и вы убедились, что вы не в луже находитесь, фир на вас кончится, тогда уже занимайте позицию и вставайте на рейндж. Наверное, вот так у нас получится. Ставьте шкаф. Ну, блять, ну мне так объясняли. Я не знаю еще какую, блядь, другую тактику придумать. Может быть, антифиры на вас конкретно. Не, ну это бред. Три приста. Не, вообще, можно? Да. Слово? А, вообще-то, антифир, ну, раньше, как вы делали мы, кидали антифир на последнего человека, на котором, ну, на последнего, которого, блин, как объяснить? Лужа кидается на которого. Да, на которого лужа кидается перед фиром. На него антифир кидают, он спокойно разносит лужу. Профит не кинуть на престов, они просто снимут с этого человека. Да. Ну и плюс у них есть маздиспел, они могут раздиспелить, Зелиан. Чего дотянут. Зелиан, согласен, но маздиспел он... Ты сам. Короче, мы дрочим очень долго. Зелиан, внимание. Когда начинается пул, вешаешь на себя антифир. Когда босс в центре сбегается и всех фиряет, тебя он не фирнет, ты под антифиром будешь. Дашь маздиспел в центр по рейду или в край, где люди к лужам будут бежать. Это 3 приста маздиспел дадут. Ну, никто не должен сдохнуть, я думаю. И это... И этот... Он откдешится до второй взлетки, он откдешится на себе. 3 приста, все его обновите. Все, чек на пол, блядь. Пиздец.
Ваня. Готов? На счет три. Раз, два, три. Да, властерею тебя. Я тоже так вздыхал в вечерней гильдии за СВО. Мне сказали, ну там Рел именно команду дает в центр разбежаться, чтобы до лучше тебе дольше было бежать. Ну и я стал сбегаться и больше никогда не вздыхал. У меня, конечно, нежить, у меня еще есть свой антифир. Ну, должно помочь это. Да я не знаю, Хейки, ты только не гори, блядь. Может, я чего-то не увидел, может, что-то не знаю, блядь. Лучше бей. А то тень убийцы тебя обгоняет по ДПС. Что там, до фера 30 секунд, да? Угу. Так, сбежались. Готовимся. Вот килая. Ну, не антифир, все нормально. Ну там встанешь, когда после тени. Я не успела достаточно далеко отойти. Ничего. Хуёво. У тебя же антифир. Все, дал не зыбку, давай на хп. Или когда еще? Кусаюсь. Хильте, хильте. Собак кусай. Сука, у меня сейчас жопа сгорит. Передайте укусы обязательно. Ты не давала гимну? У тебя КД было? Дала. А, что-то не заметил. Ну ладно. Укусы не проебать. Массакру, этот, как он называется? Мастераур давали, и ВБ сдох, блядь. Синтек реса и сразу поднимали. ВБ себе поднимали, дал он. А, дал? Я щитком. Щитой давай. Фулл баф, каску, лапу, пристабаф. МП5. Вадикон, иннер, ПВБ. А синтек дал, наверное, да? Ладно. Тени встал, рвать за себя можно. Да. Укусы передать, ребята, передать. Аура от меня освободить. Ну сука, ну тень нахуй, ну ёбаный рот. Я укусил Вадикона, меня не вывело из этой хуйни. Вот посмотри на нем, видишь, он пьет. Убейте его нахуй. Все, тихо, блять, не говори ничего лучше нахуй. Хейки реса его, сразу щиток по нему, сразу вставай. Нету слов нахуй. Ты кусаешь того, кто укушен, нахуй. Фулл баф по нему. Он не был укушен, всё. Я его укусил. Все, в пизду, похуй. Хуёво. Блядь. Ладно, потом реснем. Давай, не зыбку, ДКшник. Два приста на ХП. Мастера ур на тьму, блядь, всю хуйню. Быстрее захиливаем. Сука. Значит... А, это анименник сдох. Тень убийца, реса анименника. Булкин Акису. Быстрее фулл баф, этот... Ресайте, вставайте, блядь. Ну резче, пакт сбегайтесь. Тень убийца резну. Вставай, кто там анименник, блядь. Щиток, фулбаф даем. Укусы не проедет. Укусы вы передали? 5 укусов, 10 человек. Давайте Геру нахуй. Сколько до берсы там? 40 секунд, да? Да. Да, ровно все. Ну, все, блядь, ваш шанс, хуй знает. Потом укусы передадите. Вот неукушенные называю. Анименник, Зелиан, Бладикс, быстро двигался. Ваня неукушенный, нахуй. Булкин, блядь. Убежали. Убийц.
убийца, Алкина. Вот этих все и Татапсину должны все укусить, блядь. Кто оставшийся, хилов кусайте, если добежать не можете, блядь. И готовим баблы паладины. Зелин, подойди, пожалуйста, к левой стене поближе. Я ее приметил. И вообще хрен не вижу, блядь, в толпе. Сколько до берсы там? 15? 8, ой, 6. 8. Бля, пиздец. Хуярьте изо всех сил, баблы готовим. Дал мне зыбку, не знаю, поможет, нет. Сейчас еще войско дам, нахуй. Ну, блядь, еле-еле убили, блядь. Пизда, это просто, ну... Я себе дала. Не знаю, что сказать, блядь. Ой, какой, блядь, кринж. Экон. Че, Экон? Да, блядь, лужу несет, я чуть не сдохни, блядь. Рольте эту парашу. Так, народ, что это кому нужно? А теперь давайте разберемся. Вадик, он скажу, на тебе был укус до того, как я тебя укусил? Скорее всего, укусил кто-то. Там много кто с укусами туда бежали. ХЗ, видишь, нет. Я подошел, его укусил, и меня из этой хуеты не вывели. Не, ну может быть какой-то баг есть. Ну я не знаю, типа, ну правда это или нет. Вообще, вдвоем, без... походу, кто-то вперед меня за секунду укусил. Я может, да, может кто-то укусил. Да, скорее кто-то другой. Грили, допустим. Так и было. Кто-то укусил, ты в него тыкался. Когда не получается, передаешь другому, блядь, ближайшему. Все, блядь. Ну и еще у тебя должен... У меня уже времени не было, вот, просто. Вот. 2 секунды осталось. Блядь, понимаешь, вот просто ты пойми такую вещь. На укус дается 10 секунд, блядь. Ты уже... Да, я искал, я подбежал к нему, укусил, и получилось нихуя не укусить. Вот 10 секунд, когда таймер начинает считаться, ты уже должен с ним стоять. Не укусил, у тебя еще 7-8 секунд есть. Ты должен выбрать другую цель, укусить, блядь. И чтобы ты это видел, кто укушенный, кто нет, у тебя должно стоять вуду, грипп, чубот. У меня есть фрейм, у меня есть экспэрл, я вижу, на ком есть укусы, на ком зеркало, на ком лужа, я все вижу. Просто я тебе что могу сказать. Просто кто-то вперед тебя укусил. Просто ты из 10 секунд распределил свое время хуёво, вот и все. Вот и все, блядь. Ну, ничего страшного, блядь. Убили еле-еле. Так, Тихант килла я отдаю. И завоеватель сейчас. Там, это, к Вальке, когда пойдете, там охотниц можно выдернуть, по одной бить, выдергивайте. А покорителя не ролили? Покорителя нет, еще вот лежит. Охотницы, которые, это, возле Вальки там, хуярьте. По одной. Покоритель. Женя, тебе еще нужно? Желательно. Пиздец. Хорош. Чуть не отдал, блядь. Все, погнали. Я надеюсь, вы... Я надеюсь, вы хуярите. Мак, если я тебя не увижу, я тебя найду и придушу лично. Негодяй, гад. Это... Если не буду стабильно в рейде видеть. Какой маг? Меня? Стабильно? Меня ну, и стабильно. Человек выбирает себе токены. Значит, ему нужно, значит, он собирается стабильно ходить в рейды, раз одевается. Ну, нашла ты какие токены разроливают. Они же мусорные, они никому не нужны. У меня два человека, которые на них претендуют. Два человека и все. А сколько на Т4 печенки претендуют? Блять, я опять иду? Давайте ебашим. Кстати, народ, разроливать надо потихоньку. Сколько там времени? Трэш побить есть? До Вальки? Ну или Вальку захилить? 19 минут, самое мелкое. А, ну... Начинай тогда сейчас, пока вот именно трэш пока бьем, разруливать. Там хотя бы с двух, там с трех боссов, чтобы побольше времени было. Ну 19 минут у меня только на этой штуке, она кому-то кроме Сантека нужна вообще? Нет, параша бесполезная. Надеюсь, нечто понятно. Токен воин охотник шаман. Ебать, что-то много сагрило. Зыбку дал, захиливайте хорошенько. Лайф друг кому-то кроме меня он нужен. Ну если тебе нужен,
туда нахуй не брюнуть. Я готова за кулку собрать, если приор не надо. Не, мне на мейн. Только на. Ну мне он на мейн нужен. Ну. Ставлю тогда. Самые интересные тапочки. Фейки там, наверное, первый, да, по приору? Тень убийцы, это же ирония. Сейчас я на иронии посмотрю приор. Ну, такие же взломания падают, по сути. Да. Нурик, я тебе не говорил, я, блядь, на выбил... иронии 13.8 приора, значит, все-таки это тень. Что говорил? Я выбил носову посох. Ебать, это вообще мощно. Жесткий, ну. И на ШП сегодня чешку забрал. Куда тебе теперь еще стремиться? Да, ебать, на туре. Все пройдено уже, ебать. Осталось только вечный холод и ШМ собрать. И Волонир, блядь. Волонир уже на запуск получается. Ты не успех, это персонаж, который нужен был в рейне. Не, он мог пойти на шапашку, но шапашка у нас есть. Даже потенциально два. Норит. Палец нужен кому? Что? Плесяне в чат. Куда? А, в рейд. Вот, и... на ком. Не понял. Отойду. Я хотел посмотреть, на ком ты играешь. Синтека, а тебе ну куда-то на офспек? А ты через гильдию не мог посмотреть? Не, времени. Полководцу... Покрыт мастерка. Танами сбивайте косты, по возможности. Как он забери? Последнюю пачку запускаю. Нахуй он у тебя на деревяху. Я не тебе говорю, конечно, но ладно, ты тоже забери. Так, вроде у меня все. Осторожно, милики, там два полководца, хотя бы одного станьте. Чтобы по вам, вот видите, пол хп сносит. Чё, где Танку, где все челики? Танку? Он не пошел, потому что у Паладинов много было. Да как, в смысле много, он ДПС больше их дает, блядь. Ну, он сказал лучше этим уступить. Вот-вот. Кирус, как они попадают? Кирус сказал, там есть Булкин, пусть играет. Вся отмазка Кируса. Зато во втором рейде же будет, какая разница? Это сразу бейте Вальку, на ней хуйни нету, быстрее. А она забагалась, все. Я посмотрю, как в Геру, там, наверное, два рейда по 40 человек будет ДПС тестить, сука, на манекене, да? Синтек, на кой тебе в деревяху это кольцо? Объяснишь мне, я тебе его отдам. Что за кольцо? Да вот это вот. С меткостью, наверное. С кораблей. С ловкостью. АП крит мастерка. Ну в деревяху что сделать? На мишку, наверное, еще мастерство добрать можно. Этот... Я все понимаю, но оно по майну нужно... Назад, 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 уйдите все, спуститесь назад, быстрее, бля, сейчас запустится босс ебаный. Бля, я забыл. Моб там недобитый, хули вы туда ушли? Нахрена тебе ветками бить?
И нахрена тебе ветки крит? Диспольте. Че у вас там какой-то конфликт намечается или что? С поспеком или что-то залупа, блядь. Подходите. Да мне мозги нет, ебут, по-моему. Обычный цирк. Откровенно, сука, ебут мозги. Не надо никакой залупой заниматься. Мы сейчас в рейде, блядь, время тянем. Мы так, блядь, проебали дохуя. Такой вопрос. А можно я хилить буду? Я через Лока, а не через крабика Хантовского. Проще да, просто да, через Лока хилить. Да, да, у меня как раз и краба нет, все звезды сошлись. Какой-то Лок... Короче, какой Лок это самое сменит? Блять, смените какой-то Лок нахуй и хиль через Лока. Это... Давай шкаф... через меня, через аниманика. Шкаф быстрее. Так, народ, в рейде вообще эта штука никому не нужна. Просто дайте мне инфу. Может, на офспеке. В рейд плюс аните, если кому надо. Да мне она точно просто не нужна. Все, приняла. Тень убийцы принимай. Тень убийцы тут. Сканай, ты справа, я слева. Значит. Я не отходил на минутку, не знаю, куда делся. Сейчас пону. Вот где кружок айскнайт танчишь. Я где звездочка. Хант с рогой на айскнайта пулите. Два паладина, это Тапсина, убийца. Играйте, где звездочка. Помогайте станам, если вдруг на хилов пойдут. Не в небес стан там точно. Или таунтить будете. Это. Отбегать. Все, чек на пул. Экон, хочешь полетать в портал? Все, треугольник, ромбик, летайте. Шаман, ну, паладин, за тобой шаман пускай летает за ромбиком. Все, на счет три начинаем. Раз, два, три, поехали. Войд, ты рейд вообще видел? Че там? У половины нет ни еды, ни фласок, ни масла. Это хуево. Да. Ну, бейте уже, хули. На вальке на трэше особо нихуя не надо. Это на лане было пиздец хуёво. У меня Дон показывает актуальную инфу. Ты чуть-чуть выше листа и смотри тоже. Ты всё-таки РЛ? А я хуй забиваю. Кстати, почему у тебя он багается? Не знаю. Какой-то старый аддон, наверное. Вот эту кучу мелких червей зауешивайте. Синтек, еще раз вытворишь такую хуйню, я тебе ГП кину. Че вы там? Не еби мозги, пожалуйста. Серьезно, заебали. Лич вышел. Забери, айскнайт. Забирай. Ну пуливайте на него там. Хант рога справа играете. Где айскнайт? Подавитель вон. Толстый для танка идет, толстого не трогаем. Подавитель сначала все играем, весь рейд, все ДД. Так, что у нас по времени? Полчасика есть. Ну, трэш почистим на синдры и все, блядь. А он не резница? Он не резница? Резница. Там, по-моему... Не, именно портал открыть он хочет. Портал открыть, да. Ну, там... Там должны резнуться дракончики, если не ошибаюсь. Может и нет. Да, драконы резнутся. Мелкие. Ну а крупные да, не должны. Двое... Да вроде бы резнут. Не, по-моему, не должны. Крупные драконы? Не знаю. Может убьем его просто и все. Погадать не буду. Но дядька, который откидывает, тоже резнутся. Если не хотите бить, сразу после вальки тогда разойдемся. Давайте после Вальки разойдемся. Завтра все. Давайте. Лентяй. Ну, типа, если Войт у тебя дополнительно 20 минут есть, можем потраить. Там вы найдете спасение. Ну, на трай. Нет, мы только трэш почистим, там уже будет, блядь, без пяти, наверное. В лучшем случае. Это вот эти все вайпы на профи, на лане, блядь. На профи-то всего один. На лане, нахуй. Да. Нет, на профи не один же вроде бы, да. По-моему, один раз, когда на красного ебанули и все. Сейчас скажу, сколько раз.
Да, один, потом же Мишка танчил и все. Да, да, один, да. На лане много падали. Хорошо, последний раз не упали, нах. Чуть-чуть оставалось. Угу. Как это говорится, на коляске, нахуй, с подливой, блядь. Убили еле-еле, блядь. Еле вытянули. Ой, а чё? А чё, на Синдре будет? Ничего на не Синдре будет, блядь. Просто... Синдру них убить. Просто стаки скидывать вовремя и всё. В прошлый раз рейд, походу, посильнее был. Да не, ну ДПС такой же должен. Просто повезло тогда. Ебать, не рано вы дали? 40 стаков всего. Ну хуй знает. Смотрите, если будут стаки спадать, если... Это... Смотрите, короче, нахуй, не проебитесь. Потому что, мне кажется, рановато, надо было еще лететь. Ну-ка, что там? Да, рано полетели. Ну вот, вот зашли Эйкон, чё не зашел? Зашел? Все. Здесь не проебали стаки. Скелет слева. Сука. Что Эйкон, я хуй знает. Больше хапал, что ли, хилит? Мне тоже так показывает, 37. Да. Хапал, чё за, бля, дела, нахуй? 19 секунд. С Алиэкспрессом. Походу. Смотрите, заряжу тоже, идите, блядь, если, ну, спадёт с вас, вы охуеете захиливать, блядь, 5%. Ебать, вы челика обосрали. Сейчас всё бросит, нахуй. Чемпион 2-0, нахуй, да? Да нет, тут... Ну ты пикси-то уж не обижай. Наверное, настолько должен... Просто, ну, просто понадеялись на что-то, не знаю. Ну... Думали, захилят. Ой-ой. Подавить или убить? О, реабилитировался маленько. Не знаю. Сейчас черви, смотри, сожрут, нет, сука, не успели. Чекай, там пояс лежит ладно. Там шея танковская с меткостью моя лежит, нахуй. Там ничего. О, плащ хороший. Да, сука, кольцо уже есть. Плащ бы хотя бы забрать. Плащ хороший, ну, кольцо давайте. Народ, давайте инфу, надо кому-то это кольцо, не? Васеньки. Ставьте шкаф внизу, на лифте спуститесь, Локи, ставьте шкаф. Бладикс, ты куда рулишь? Да, если надо, Бладикс. Давай. Ну, он дает он, что ему надо. Если скилла не надо, я не знаю просто. Ну, вроде никто это не говорит, что надо. Да ебать. Эй, Нурик. Я не знаю, просто не идут ролл. Выше 20 не кидаю просто. Ты все печеньки забрал на друида, не кидал выше 20. Ну, пиздец. Ну, ты чё эти печеньки? Один было, помню, нахуй. Эти печеньки ни о чем вообще. Давай, пошли, пошли, почистим, нахуй, трэш. Ну, я не знаю, блядь, можно поголосовать, нахуй, ну, типа, Синдра, блядь. Погнали хотя бы трэш зачистим. Да, портал откроем. Идём уже, нахуй, раз начали спускаться. Да, сейчас портал откроем. Суммоните, блядь, войда, килаю. Во, и килаю еще. Ваня ушел, не захотел чистить. Понятно все, блядь. Ру объявлено не было. Вот так вот. А чё это за залупа? Какого хуя? А ну, там вон отморозок стоит в центре. Нахуй ты стоишь там в центре, блядь. Выйдите назад.
сука, блять, ну, я не знаю, что вам сказать, я, блять, хуй знаю, просто у меня слов нету, нахуй. Да я думал, бить уже кушать. Ай, блять, пизда, нахуй. Это как вчера. Я просто хуй знаю. Блять, вот отморозок, ты тут не был, что ли? Вот, ну, почему так, нахуй? Я просто думал, пошли бить уже, нахуй. Я в ахуе просто, блядь. Ну, я челики... еще думал, там бед чей-то стоит. Челики стоят, сумонят, блядь. А куда девались? Сумонят надо, нахуй. Групп лут, блядь, поставил. Все, блядь, резайте этих людей, ладно, забегаем, давай в центр. Давай. Пошли в центр, нахуй, заходим все быстрее. Иннер по Есинтеку. Видел, Ваня, как легально надо это откашивать от трэша, нахуй. Ага, и легально 100 гп получить. Да не, я просто сдох. Паладины, Татапсина, убийца. Когда эти мобы подходят к центру, вот эти именно пауки, даете гнев небес. Ну, нормально. Значит, сейчас я сюда налево пойду, ты осигнать в другую сторону за этими, за рыцарями, блядь. Рейд, выйдите вот сюда. Подальше вот в ромбик поставил вам. Вот эту парашу пока добиваем. Уешьте. Сейчас пойдут высокие мобы. Они крутят вертушки. Никто их не бьет, только два напула даются на двух танков. И потом уже, когда мы наберем агро, тогда будете бить. Милики, не подходите. Сука, еще мелкие, блядь. Все, идите в ромбик. Где эти, блядь, черви, сука? О, вышли. В центр сводим их. Сука, петух убежал за мной. Там вот КД был, ебать. Все, быстрее, уешим эту хуйню уже прям все. Сейчас уже большие пойдут. Два гусятик добивайте. И все, и возвращайтесь в центр. Все обратно в звездочку в центр стоим. Сова, иди в центр, прием. Тень. Давайте сюда, чтобы жуки ровно шли. Кто завтра не может быть, там сразу, ну, поставьте в известность. Сообщите. Хейки писал. Попадаю. У нас есть на замене, кто хочет резку. Ну, хорошо. А завтра во сколько? 16. Как и сегодня, да? Да, в 16:45 примерно подходите. Ебучий трэш. Согласен. Я сдох на каждой пачке трэша в этом ебаном инсте. Ну, на пол хуёвый, танки хуёвые, хуй знает. Ну или ты сильно крутой. Ебасть. Всех обосрал, да? У меня есть 5 секунд, чтобы напулить, как я должен успеть. Да какие они, блядь, сломанные, я даже не на первом месте. Ну, там агро ебанутое просто. Агро дохуя, толку нихуя, да? Да. Значит, танчить тебе надо. Латы выбивать, три нюна хп. Сейчас клык выпадет, блядь.
тебе отдадим, блядь. Будешь танчить. Только если без ГП. Чего так ГП не любите? ГП это пиздец. Я сейчас после рейда покопаюсь в ДТЛ, все по раздам ГП. Заебали вы меня все, не все в край. Так, собираю, два напула на звездочку будете давать, собираю эту парашу. Короче, дадите зубы, дадите массакру, хулипал дашь. Ну, как обычно, всю хуйню. Сейчас я этих петухов соберу. Так, полетели родимые. Видишь, хотят меня уебать. Видишь? Сейчас вот примерно здесь. Давайте, готовьте. Ебать, да ну нахуй, нихуя не видно, ебать. Что происходит? Один ТП. Плечово полагаю. Я лагаю, ебаный. О, 40к, не повеси. Нахуй мы это чистим, если это лестница? Портал уже, да, если что, работает. А, да? Ну тогда добивайте эти два моба и пойдем отдыхать. А вот эти два моба большие тоже лестницу, да, завтра? А я хуй знаю, не помню. Все лестница, по-моему. Ну, ворота же самое главное открыты. Так, гильдейские, не разбегаемся. Во-первых, плащик, во-вторых, ГП. А ГП? ГП тоже будет. Кстати, за меня тоже, погодите, пока сейчас мы старшак добьем, я возьму всех заменных в пати. Кстати, киваю на такой вопрос. Зашел недавно на панду и смотрю, там ЕПшка выросла. Как? Кто-то начислил ЕП, может Вероника ходила во второй рейд? Нет. Я тебе, кстати, да. Из-за этого да. На 8 боссов когда хранил. Да, наверное. Я тебе РЛа закинул. Сейчас я всех этих чудиков призову. Замена, оживаем, если кто здесь. Минги, ты тут? Подожди, не прыгай в портал. Кольцо забери.